Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Oilaviy telekanalda yana COVID-19 dolzarb savollar deb nomlangan jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Eshitganingizdek, bizning telefonlarimiz zaranglashni boshladi va albatta ularning raqamlarini yana bir bor eslatib o'taman. 71 kodi bilan 214 1372 214 1440 raqamlari orqali siz COVID, koronavirus, pandemiya, karantin bilan bog'liq barcha savollaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi va biz ularga mana shu yerda jonli muloqotda hamkasbim Tatyana Aliyeva bilan birgalikda javob berishga harakat qilamiz. Добрый день, дорогие телезрители! Приветствуем вас на телеканале ОЛАВИ в прямом эфире. В рамках проекта COVID-19 актуальные вопросы мы продолжаем отвечать на те злободневные темы, на те вопросы, которые интересуют сегодня абсолютно всех. Это коронавирус, карантин, пандемия и все, что с ними связано. Ваши интересующие вопросы вы можете адресовать по нашим номерам 71-214-13-72, код 71-214-14-40, а также по телеграмму, адрес которого вы можете увидеть на наших экранах. Albatta bugun ham odatdagidek har kungidek mutaxassislarimiz tashrif buyurishgan studiyamizga ular bilan tanishamiz. Маликов Олем Маликович, тибет фанлары доктора, гематолог, трансфузиолог, Ташкент тибет академия соктучса. Хамда Козым Кобилович Махкамов, пульмонолог, шифокор. Шкирпсилар. У нас сегодня в студии, как и обычно, присутствуют гости, специалисты, которые будут, собственно, отвечать на ваши вопросы. Это Маликов Алим Маликович, доктор медицинских наук, гематолог-трансфузиолог, а также Махкамов Казим Кабилович, врач-пульмонолог. Здравствуйте и добро пожаловать к нам в студию. Ва албатта экранларингиздаги Telegram бот оркали хам сиз оз саволларингизни йўллашингиз мумкин бўлади. Telegram оркали хам берилган саволларга жавоб қайтарамиз ва яна бир нарсани илтимос қилган бўлардик азиз томошабинларимиздан. Бугунги шифокорларимизнинг йўналишлари бўйича саволлар жўнатишингизни ва бошқа сизни қизиқтирган саволларга биз аввалгидек аввалги кўрсатувларимизга жавоб беряпмиз. Бундан кейинги дастурларимизда хам жавоб берамиз ва бунинг учун албатта кўролмай қолган жойларингизни сиз MTRK UZ Official деб номланган Telegram канал азо бўлган ҳолда керакли жойларни қисмлар орқали билиб олишингиз мумкин бўлади ва мен бевосита биринчи саволга ўтаман. Олим Маликович, айтингчи, бугун коронавирус, ковид бу вирусли касаллик, унинг мутахассиси кўпроқ вирусолог, инфекционистлар, гематология соҳасига, умуман гематология тизимига bu kasallikning ta'siri qanaqa, qanday aloqasi bor, qanaqa asoratlar beradi ertaga? COVID-19 bu kasallik nafaqat o'pka shikastlab shu bilan chegaralanadi, bu qon sohasiga ham asorat beradi. Misol uchun o'sha qondagi eritrotsitlarni qobig'ini parchalab yorish ta'siriga ega. Gemoglobin aylanishini ishdan chiqaradi. Кейін тромбоэмболик асаратлар чақырады өпкада. Шунчу мана ағыр формаларда, көбірақ орашларымыз ұшанге ахамет беріш керек, ағыр формаларда қанды үйшақлығы дейлады, бізді сиортиши система дейді, ана ұшаны іштен чықарады. Дивес синдром деген бізді медицинада шынақа термин бар, ана шу асаратке ап келеді. Ана шунчун бұны дауалашта, бұнға диагноз қойшта, ол кәсалды кележекта бағалашта, қанды ұша үй шақлығыны, сиортиши системасыны, қан хүжайраларыны, қанны ұша қан тамырларды айланыш қандай дәрежеде үшіні сап қалыш керек. Әні шу білен, бұ гематолог, трансфузиологлар дейм, бұ кәсәлікті әлбәтті қатнашып, іштірақ етіп, керек болса мәслахат беріп, өз мәслахларымы қатнаш керек. Бұ вирус бүтін ішкі азаларға тәсір қылады, нафақат қанға, ішкі азаларға, жигар, бүйрек, юрек тамырлары. Қысқасы қан тамырларды ішкі пәрдәсіні іштен шығарады бұл көбірақ. Әні үшін нәтижесі қанды сиортиши системасы бұзылып кетті. Қан құйықлашып қалады, оша өпкеге, башқа ішкі азаларға қан барышы, ва кесілерокті айланышы бұзылады. 100% коронавирус юққан халатты 100% бұл нәрсе болады ма? 100% хамада болмайды. Чүнкі қазір біз қорқытып қойшымыз мүмкін де тамашабинларына, яна баша кәсәлі кеп шықатын. Честно говоря, даже я немножко напугалась. Сабап, бұл болады қашанке бұл әр бір кәсәлікке башланышты этапны бар, этап дейді. Ана башланышларды алдың бұрыннан кірілады, трахия, бронхлар, кеті орады шықырлаш. Бұл қашанке өпкені паренхимасыға етіп орғанда,
кин касалликте оша патогенезе, то есть розланыши кучейганда, бу кон, кон системаларге тасир кылыш башланады. Айныкса агыр халатларда бу узда якал намаян болады. Унгача енгилларда конга ундай диярли тасир болмайды. Башланышыда енгил формаларда конга ундай диярли тасир болмайды. Шу тасир болмаслыгы үчүн, шу тасир болмаслыгы үчүн нима кылыш керек? Касалды токтотуш керек. Башланышта урда, юқары нафас жолдарында паска түшүрмөслүк керек. Қанды сүйүлтүрүп жүрүшүдө қанды сүйүлтүрүп жүрүш чараларын көрүп туруш керек. Эхтималында алдын алып туруш керек. Рахмат. Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что у нас сегодня в студии находится врач-пульмонолог и гематолог-трансфузиолог. И обращаясь к нашим телезрителям, большая к вам просьба обращаться именно с профильными вопросами, потому как в нашей студии присутствуют представители разных профессий и разных направлений, и каждому из них мы бы хотели адресовать те вопросы, в которых они, собственно, являются профессионалами. Байрам раса инсатып отышымыз керек, азиз тамашабинлар, бізді берілеткен малыматлар мутлақо дава чарасы емес, бұны тавсияви характерді қабыл қылышыңызды ілтимас қылген болардық, чүнкі әр бір организм бұ Аллахыда яндашуын, Аллахыда органышын талап қылады. Шының үшін біз умуми малыматларыны беріп отамыз, тавсияларыны беріп отамыз. Бұны әр бір инсан өзіда татбық қылыштан алдын, уша худудудагы шифокор билан маслахат қилган ҳолда амалга оширса мақсадга муваффиқ бўлади ва бу анча хавфсиз ҳисобланади. Савол келди Самарқанддан Алижон. Нурсулфазор дорисы нега тиббиётдан олиб ташланди? Пневмонияга яхши даво эди деятдилар. Ҳозирги ассалому алайкум. Ҳозирги кунда стандартлар ko'rilmoqda, jahon tajribasi o'rganilmoqda. Shularni e'tiborga olingan holatda qaysidir dori vositalar kasallikka og'ir holatga olib kelib qolmasligi uchun bemorning hayotini saqlab qolish uchun shu dorilar qaysidir dorilarni standart dorilardan olishga to'g'ri kelyapti. Aha. Namangandan Valixon yozyaptilar. Aytishlaricha o'pka shamollashida it yog'i yordam berar ekan. Shu to'g'rimi? Men o'zimda sinaganman, yordam bergan deyaptilar. Yo'q, tibbiyot sohasida bu tasdiq ilmiy tasdiqqa ega emas. Bu xalq tabobatida, xalq tili bilan ko'pchilikda tarqalgan gap. Aha, 73 yoshli muxlisimiz yozyaptilar. Tumanlarda COVID-ga test oladigan joylar kam, shularni tashkil qilish kerak degan taklif beryaptilar. Bu haqda sizda ma'lumot bormi qanaqadir? Hozirgi kunda oxirgi ma'lumotlarga qaraganda shaharda, mana Toshkent shahrida COVID poliklinikalar ochilgan. Har bir rayonda COVID poliklinikalar, o'sha COVID-ga gumon qilgan bemorlar, COVID-ga qilgan muloqotda bo'lgan bemorlar shu poliklinikalarga murojaat qilsa, uni aniqlash uchun oilaviy poliklinikaga murojaat qilsa, manzillarini berishadi. Hamma tumanlarda hozirgi kunda ochilgan, o'sha yerda tekshiruvlar, COVID-ga analizlar, qanaqa tavsiyalar bo'lsa, hammasi berilmoqda. Но здесь я хотел бы заметить, что обратил внимание на такую тенденцию сейчас. Абсолютно все стараются сдать тест, независимо от того, есть ли какие-то у него признаки заболевания, нету. Вот насколько это правильно, насколько вообще разумно сдавать тест, если у вас нет никаких признаков заболевания? Agar bemor kontakti bo'lmagan bo'lsa, hech qanday shikoyatlar yo'q bo'lsa, test topshirishga mantiq ham yo'qda. Haqiqatan endi to'g'ri, bemor kasal bilan muloqotda bo'lgan bo'lsa, qanaqadir simptomlar paydo bo'layotgan bo'lsa, o'sha COVID-ga xos temperatura chiqishi, tomoq og'rig'i, yo'tal bo'ladigan bo'lsa, unda topshirishga haqiqatan ko'rsatma bo'lish kerak. Ko'rsatma bo'lish kerakda, haqiqatan kerakmi, yo'qmi? Bir xillar haqiqatan kerakmas bo'lib topshiryapti. Qolganlarning hisobiga анализ топсурс чузилиб кетиватди. Шуни ҳисобга ҳам инотга олиш керакда. Ну вот таким образом и образуются очереди, в которых даже здоровый человек вполне возможно может заразиться от того, кто пришел сдавать именно по направлению, что не очень безопасно. Поступает огромное количество вопросов уже до эфира. Целая стопка у нас собралась, и позвольте Хамза, перейду, да. Тоже пару вопросов. Махира из Самарканда спрашивает, говорят, в больнице лечиться не обязательно. Насколько это верно? Кто сможет ответить? Энди авваламбор касалликни босқичига боғлиқ. Энди буни шифоханада даволаниш, даволанмасликни ҳақиқатда баъзи участковый врачни чақириш керак. Ойлавий поликлиникага мурожаат қилиб врач ko'rib, ko'rikdan o'tkazib, haqiqatan buni tekshirish kerak. Obyektiv tekshiruvlar bor, laborator tekshiruvlar bor, rentgenologik tekshiruvlar bor. Ana shu tekshiruvlardan keyin natijasida haqiqatan bemorga
клиникада, стационарда даволанишга ko'rsatma bo'lsa, unda borib davolanish kerak. Agar yengil formalari bo'lsa, hech qanaqa shikoyatlar, ozgina tomoq og'rig'i yoki bir kunda o'sha isitma chiqib o'tib ketdi bo'lsa, unda faqat vrachi nazoratida, poliklinika vrachi nazoratida bo'lib tursa har kuni, hozirgi kunda hamshira patronaji yo'lga qo'yilgan. Ana shular bilan muloqot qilib, nazorat qilib tursa bo'ladi. Иными словами, если врач дал направление лечиться в больнице, то нужно. Если показания будет, тогда госпитализировать надо. Если показания ничего не надо, затем тогда там класть. И еще один вопрос от Махира же. Кто-то говорит, надо пить много воды, кто-то говорит, не надо. Что из этого правда? Пить надо. Жидкость в любом случае, жидкость не вредит. Он улучшает реологию крови. Сердце систему нормализует, обезвоженность снимает, поэтому употреблять, особенно в жарком климате, полезно. А вот здесь уточняющий уже от меня вопрос. Вот вы говорите жидкости, но считается ли жидкостью, например, там, газированные сладкие напитки? Они входят в эти полезные жидкости? Ну, это каждому своему усмотрению. Конечно, слишком газированным от этого настоящего чуть задержаться надо. Обычный. Спиртли ва газли ичимликларни мутахассисларимиз рад қилишган аввалги кўрсатувларимизда ўша табиий йўл билан чой, турли хил мева шарбатлари, наматак дамламалар ва албатта оддий минерал сув. Да, в любом случае лучше, наверное, минеральные воды. Минеральная вода, чай. Особенно зелёный чай. Хорошо. Так, с Сырдарьи пришел вопрос от зрителя по имени Курбон. С 20 мая мы на карантине. Есть большая семья, есть образование, но нет денег. На работу не принимают. Что делать? Ну вот я не знаю, насколько наши врачи смогут ответить на этот вопрос. Есть образование. К сожалению, вот нет уточнения, какое образование. Если у вас есть медицинское образование, то вы можете обратиться сейчас очень во многих местах, ищут медицинский персонал. Да, я думаю, что они с радостью вас примут, если у вас профильное образование. Если есть образование, документ, сейчас мобилизует вот, пенсионному возрасту специалистов, женщин, которые сидят дома, молодежь, даже студентов. Старшего курса, вот это, Ташмит Академии, СамПи, специальное постановление же вышло, чтобы мобилизовать молодежь тоже вот для лечебно-профилактической работы. Но в любом случае, если у вас именно медицинское образование, то вы можете обратиться в ближайшее. Можно. Насколько я знаю, и в Хакимят можно с этим вопросом Хакимят, обратиться, и вам организован, везде штабы есть, комиссия, вот они решают, пожалуйста, обеспечением работы не проблема. Хорошо, спасибо большое, Хамза. Рахмат. Бухородан Джурабек ёзяптлар. Ковидга тест асосан бурун билан тамоқдан олинади. Эшитишимча суу ичганда тамоқдаги вирус ашқозонга тушиб кетар экан. Бурундаги вирусчи? Уни қандай йўқотамиз деятлар. Бурундаги вирусни йўқотмайди. Баъзи ҳақиқатан ўша ерда суртмоқ олинади, ҳақиқатан бурундан, оғиздан вирус сақланган бўлса, ўша вируси баъзи чиқиб келаверади. Birinchi mutaxassislarimiz avvalgi dasturlarda aytishdiki, ko'proq suv ichish orqali bir muddat virus tomoqda turadi o'pkaga o'tishdan oldin. O'shani oshqozonga tushirib, uni yo'qotib, uni hazm qilib ketish nimasi bor oshqozon kislotalarida uchidan chidolmaydi, yo'q bo'lib ketadi deyishdi. Burundagi ham menimcha tomoqqa o'tib, tomoq orqali o'tadi-da, baribir, to'g'rimi? Da, tomoqqa tushadi. Demak, faqat suv, ko'proq suv. Suv. Pnevmoniya bo'lgan odam ovqatni ko'proq yeb immunitetini ko'tarish kerakmi yoki semirib ketsa keyin nafas olishga qiynalmaydimi deb so'rayaptilar. Endi kunlik ratsion bor-da, kunlik ratsion bor. Va sog'lom ovqatlanish bor. Sog'lom ovqatlanish bor. Shu kunlik ratsionni me'yorda saqlasa, har kundagi shu oziq-ovqatdagi mineral moddalari, o'sha калорийные модели бусы, семерки отмели, рационки роя кольца. Ко всему прочему, нужно не забывать, даже если вы находитесь на самоизоляции дома, вы все равно должны сохранять физическую активность, это и зарядки, и аэробика, и йога, кому что ближе, так что об этом, конечно, нужно не забывать. Активный жизнь. Сейчас диетологам из маслахат берешепты, купрок уже кайнатылген, дымленген, парленген овкатларны, ва енгел хазым боладыген, сабзаватлар, кукатлар, mevalarni ko'proq iste'mol qilish maslahat berishyapti. Xamirli ovqatlar va qovurilgan yog'li ovqatlardan achchiq sho'rdan imkon qadar uzoqlashishni, chegaralarishni so'rashyapti. Navbatdagi savol. Biz daryo bo'yida turamiz. Daryoda hamma cho'miladi, farzandlarim ham. Daryoda COVID kasali cho'milsa, yuqish xavfi oshadimi? Xavfi bormi o'zi suvdan cho'milganda? Oqar suv ko'pchilik kasallarga shifo hisoblanadi.
Albatta bundayam cho'milganda ham hamma tarafni hisobga olib cho'milish kerak. Hozirgi vaqtda mana odamlar ko'p to'planadigan joyda, xalq ko'p bo'lgan joyda cho'milish albatta to'xtab turish kerak. U cho'milmay sal o'zini saqlab turgan maqsadga muvofiq. Lekin oqar suvni o'zini odam organizmini chiniqtirishda, yuvib ketishda narsalarda foydasi bor, uni hammamiz bilamiz. Lekin hozir mana odamlar ko'p to'planadigan joyda masalan, o'sha plyajlarda, boshqalarda cho'milish hozir saqlantirish kerak. Ha, anonim savol. Vich kasalligi bilan kasallangan bemorlarda COVID qanday belgilar bilan o'tadi? Ular kasallansa tuzalib ketadimi? Savol oldin ham bo'lgan, yana bo'lyapti. Endi vich kasalini o'zi bu og'ir inchiq kasallik. Immunitetni butun qirqadigan kasallik. Albatta og'ir o'tadi. Lekin bu tuzalib ketadi yo tuzalmaydi deb unga hech kim garantiya berib ayta olmaydi. Lekin oddiy kishilarga nisbatan bularda bir necha marotaba og'irroq o'tadi va asoratlari ham ko'p bo'ladi. Ana shuni hisobga olish kerak. Lekin oldingi dasturimizda mutaxassis bitta javobni bergandilar. Shunaqa versiya ham borki, ular doimiy haligi virusga qarshi dorilar qabul qilib turishgani uchun ularda yengilroq o'tishi mumkin degan versiya ham bo'lgan edi. Endi qanaqa dori olgan? Buni hisobga olish kerak. Chunki koronavirusga oladigan dorilar bir xil dori, bir направленияда, а вирустики уники башка направленияда. Шунинг учун ҳисобга олиб, уни мутахассис ҳал қилади. Шуни шуғулланади. Тушунарли. Бемор билан контактда бўлган одам нима қилиши керак? Ўзини изоляция қилиш керак, кузатув қилиш керак. Шунинг натижасида кўрилади, мисол учун контакт бўлгандан кейин ҳозирги кунда 10 кун, 14 кун bir xil holatlarda haqiqat adabiyotlarda ko'rsatilmoqda 21-28 kunlargacha. Shuning uchun kamida qisqa vaqtda 10-14 kunda o'zini kuzatib turadi. Agar hech qanaqa shikoyatlar bo'lmasa, simptomlar paydo bo'lmasa, unda yuqmagan bo'ladi. Bekoboddan Sabohat opa yozyaptilar. Mening kuyovim COVID bilan kasallanganiga 20 kun bo'ldi. Qizim sal yo'talib, burni og'ti, tomog'i og'rib, azitromitsin bilan atsiklavir ichib tuzaldi. Qizimda ham COVID bo'lib o'tib ketdimi? Endi uni ilmiy darajada isbotlab berish kerak. Bo'lgan yo'qligini uchun analiz topshirish kerak. Haqiqatan natija COVIDga agar tasdiqlansa, unda haqiqatan isbot etish mumkin. Хорошо, еще один вопрос тоже от анонима. Уже одну неделю вкус и запах не чувствую. Это может быть симптомом ковида? Может быть. Но все равно надо вызвать семейного поликлиники с врача, надо уточнить. Анализ взять надо и подтвердить надо вот этот диагноз. Здесь еще хотелось бы раз обратить внимание наших телезрителей, если у вас вдруг вы обнаружили у себя какие-то симптомы, не нужно самим идти в поликлинику, не нужно самим куда-то выходить, нужно вызывать на дом. И не заняться самолечением. Да. Это очень важно. Вахоп из Джизака спрашивает: у мамы озноб, это простуда, ей 63 года. Может, озноб, может. Но этиологии разные бывают, озноб разные бывают. Все равно надо здесь вызвать врача, смотреть, осмотр надо больного, уточнить надо, после чего это озноб у него. Может, простудился какой-то, может, холодный выпил. Причина может разного. Ну, я позволю себе немного перефразировать вопрос Вахоба. Может ли озноб быть симптомом ковида? Вот, наверное, к этому больше вопрос. Может быть, может быть, может. Может. Понятно. Бахриддин из Самарканда. Я инвалид первого уровня, у меня ревматозный артрит. Я нахожусь ли я в группе риска? Может. Группа риска, там у него системные заболевания, может там они на сниженном иммунитете иногда может привлечь вот этот COVID. Появится может. Шахиста из Бухары. Я беременна, кашляю, не чувствую запаха. Что мне делать? Срочно надо вызвать гинеколога, осмотреть надо. Если здесь у нее беременная, это тоже осторожно надо смотреть. Может, какие-то осложнения. Поэтому. Есть еще? Да, есть аноним. Тоже, пожалуйста, повторите лечение. Так, еще раз, пожалуйста, повторите лечение легких растительным маслом. Спасибо. Наверное, речь идет о том, насколько растительным маслом возможно лечить легкие. Нет.
Потому что сейчас и в интернете мы видим, много друг другу люди передают, что вот мы говорили уже о собачьем жире, и в том числе вот растительное масло тоже да. для кого-то. Это народное средство, это медицинское не подтверждено, это так, клинически, поэтому используют. Демак, бізде яна саваллар. COVID-19-дан дору-дармонсыз даваланса боладыма? Спиртли ингаляция ордан берадыма? Yok, COVID'den doğru darmansız, şimdi COVID'de derecesi gibi oldu elbette. Yengil derecelerde doğru, doğru çişke otuş şartamaz. Yani şu sağlam turmuş tarzı, suyuklarda kubil istimal kılış, tabi narsalarda yiyip duruş, vitaminli narsalarda kılıp, tamahtı, çay kap, uzun dursa yengil dereceler kubutup gider. Şimdi ortaça derecesi var. Ortaça derecesi elbette bu doğru darmanlar koşuladı. Kiyin mesela o şey kislorotan veriladı bazı bırıklı halatlarda. Aynı sabahlarda yaş katta kişilerde kislorot verişem doğru geledi. Şimdi ağır derecesi bu elbette bu tolka vıraşlar bunu şugullanadı. Bu reanimasyon şaraydı da. O şey pulmonolog, katnaşadı reanimatolog bir de da ремонтолог, терапевт, кардиолог базы бір қылда, и башқа мұтақасылары маны мен айттым. Ақыргіда маны біз арам қатнашымыз керек, гематолог, трансфюзиолог. Чүнкі тромбоэмболит асаратлар болады ауыр дәрежесінде. Шын үшін, ошаны алдына алыш үшін, әлбәтті қанды оша үйшақлығы, сиортиши, антисиортиши система деген нәрсе бар, оша тексерушілерді обязательно қылыш керек, әлбәтті, чүнкі бұлар asarat beradi. O'sha o'zida agar boshqa yo'ldosh kasallari bo'lsa, mana yuragida ishemik kasal bo'lsa, oldin infarkt o'tkazgan bo'lsa, asosan mana saxrini diabetlarda juda ehtiyot bo'lish kerak. Ana ularda asarat ko'proq bo'ladi. Ana shuning uchun qonni siyortishi, antisiort sistemasiga qarab turish kerak. Ana shuning uchun o'zlarini etap davolash bor. Har bir darajasiga qarab o'sha mutaxassislar qatnashib boradi. Rahmat. Bizda ayni daqiqalarda hamkasbimiz Muhabbatxon Yoqubova statistika raqamlarini taqdim etish uchun tayyorgarlik ko'ryaptilar. Agar tayyor bo'lsalar, ularga navbat beramiz. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Avvalo kechagi raqamlarga to'xtalib o'tsam, 1324 ta savol Telegram manzilimizga kelib tushgan va bu savollarning deyarli barchasini kechagi kunning o'zida mutaxassislarga yetkazib, javoblarni oldik va yana bir bor eslatib o'tishim joiz, ba'zi bir savollarni biz O'zbekiston 24 telekanali orqali efirga uzatilayotgan COVID-19 vaziyat ko'rsatuvidagi hamkasblarimizga yetkazib bermoqdamiz. Ular orqali ham savollaringizga javob olishingiz mumkin. Mana dasturimiz boshlanganiga ko'p daqiqalar bo'lganiga qaramasdan dastlabki daqiqalarda 87 ta savol bizga kelib tushdi va bu savollarni o'z vaqtida boshlovchilar orqali mutaxassislarga yetkazmoqdamiz va shuni aytib o'tishim kerak, bizning telefon raqamlarimiz faqatgina to'g'ridan-to'g'ri efir vaqtidagina ishlaydi. Ko'pchilikdan shu kunga qadar shikoyatlar kelib tushmoqda. Bu raqamlar bandligi to'g'risida aytish kerakki, efir vaqtida bu raqamlar tingani yo'q. Mana ovozini ham eshitib turibsiz. Shu sababli ham bog'lanish birozgina mushkul bo'lishi mumkin, lekin sizdan iltimos qilardik, qayta-qayta biz bilan bog'lanishga harakat qilib, savollarni yo'llashga harakat qiling. Va qadrli teletomoshabinlar, telefon raqamlarimizni yana bir bor eslatib o'taman. 71 kod bilan 214 14 40 hamda 214 13 72 raqamlari. Telegram manzilimizga savollarni yuborishda davom eting. Hech bir savol e'tibordan chetda qolmaydi. Рахмат. Благодарим Мухаббат Якубову за статистические данные. Мы же продолжаем и напоминаем вам, что в прямом эфире у вас есть возможность задать вопросы нашим специалистам. Сегодня у нас в студии Махкамов Казим Кабилович, врач-пульмонолог, и Маликов Алим Маликович, доктор медицинских наук, гематолог-трансфузиолог. Также напомним те номера, по которым вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире. Код 71-214-13-72, код 71-214-14-40. И вот еще одна порция вопросов. Умида из Бухары интересуется. Уже 10 дней у мамы слабость, горло болит, лекарства не действуют. Куда нам обратиться? Ей 70 лет.
Если такие у него симптомы, надо вызвать срочно участкового врача и лор-врача, проконсультироваться надо, уточнить надо, от чего у него такие жалобы. Горло болит, лекарства не действуют, слабость. Может ли это быть признаком ковида? Может. Шухрат из Кашкадарьи. Как влияет на здоровье черный кунжут? Ну, это вот опять-таки, видимо, это тоже из разряда. Народные средства это тоже. То есть он на здоровье какого-то определенного влияния не оказывает? Нет, не оказывает. Это научно не доказано. Ну, по крайней мере, в борьбе против коронавируса вряд ли его можно считать лекарством. И еще один вопрос из Джизака от Рустама. Есть ли польза от употребления арбуза, дыни и помидоров, или это вредно? Мы часто едим все это. Арбуз, дынь, это можно кушать. Это особых противопоказаний нету. Ну, надо смотреть, только есть разные арбузы, которые много удобрений добавлены, арбуз здесь. Есть такие более естественным путем выращенные арбузы здесь. Желательно надо экологически более-менее чистить, надо употреблять. Ну и не стоит забывать, у нас все-таки есть привычка, летом мы любим есть холодные арбузы, холодные дыни. Вот это, наверное, сейчас не самый лучший от вариант. Холода, конечно, надо воздержаться. Не только арбуз, дынь. Напитка, мороженое разных. Почему? Потому что в верхних дыхательных путях, гланды, они создают условия для любого инфекции. Бактерия ли это, вот ангина, например, может. Вот, или вот коронавирус тоже, он усиливает вот эту агрессивную силу. Есть литературные данные. Поэтому надо воздержаться. Любой холодный употребление и пищи, и напиток, и разных фруктов. Спасибо большое. Namangandan yozyaptilar, qizim 5 kundan beri isitmalab yotibdi. Test topshirmoqchi edik. Eshitishimcha test narxi qimmat ekan. Test tekin deyilgan edi. Qaysi biri to'g'ri? Siz avvalambor test topshirishingiz kerakmi, yo'qmi? Buni o'zingiz emas, shifokor hal qilgani ma'qul. Shifokorni chaqirib, agar u testga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, yo'llanma beradi va o'sha tuman san epidem nazorat o'sha bo'limiga borsangiz, menimcha tekinga test qilishadi. Va agar siz o'z ixtiyoringiz bilan topshirmoqchi bo'lsangiz, xususiy klinikalar pullik xizmat asosida bu ishni amalga oshirishyapti. Ну, в любом случае, бесплатно тест сдать возможно. Albatta, bepul test topshirish imkoniyati bor. Buning uchun faqat yo'llanma kerak xolos. O'sha hududiy shifokordan yo'llanma kerak xolos. COVID-19 ko'zdan yuqsa qanday belgilar bo'ladi? Qashqadaryodan Sanjar. Menimcha belgilari bir xil, qayerdan yuqishidan qat'iy nazar. Menda hid bilish yo'q, lekin badanimda qizil diatezga o'xshagan narsa paydo bo'ldi. Isitmam yo'q. Bu COVID-ga daxli bormi buning? U COVID-da bo'ladi shunday. Terida ham, mana misol uchun toshmalar bo'lishi mumkin. Qizamiqqa yaqinroq holatlar bo'ladi. Biz mana differensial diagnostikani berganda qizamiqdan ham uni farq qilish kerak degan joylarimiz bor. Mana hozir bir qo'llanma tayyorlayapti. Ana shu qo'llanmani bitta o'sha glavasida uni juda podrobni yozganmiz. Sabab men aytdimku, bu nafaqat nafas yo'llarini ishdan chiqarib, qon tomir devorini ham buzadi. Buzish natijasida o'sha qon tomirlar yorilib, toshma beradi. Qizamiq qo'shish narsasi. Ana shuning uchun buni hisobga olish kerak. Rahmat va juda ham ko'p savollar bor. Aynan yo'l harakatiga doir biz bu savollarni inobatga olib, navbatdagi dasturlarimizda mutaxassis chaqiramiz albatta va u sizga batafsil ma'lumot beradi. Muzaffar yozyaptilar, jumladan avtoda ishga boraman. Mabodo ishdan 8 dan keyin chiqsam, ya'ni 20:00 dan keyin chiqsam, jarimaga uchraymanmi deyaptilar. Buni siz o'sha ish beruvchingiz bilan hal qilishingiz kerak bo'ladi. U sizga qulay karantin sharoitidan kelib chiqqan holda qulay grafik taqdim etishi kerak va bu o'sha maxsus komissiya qarorida belgilangan. Buning uchun hech qanday noqonuniy javobgarlik yo'q. Lekin siz soat 20 dan so'ng harakatlansangiz, asoslab bera olmasangiz, harakatingizni jarimaga tushish xavfingiz bor. В любом случае, напоминаем еще раз, сегодня у нас в студии врачи, и хотелось бы получать от зрителей именно по их профилю вопросы. Так будет и вам проще, и нашим специалистам проще. Вот как раз один из медицинских вопросов из Самарканда Гульзебо пишет. Соседка заразилась и лечилась дома. Мама до этого была с ней в контакте, плюс у нее диабет. Видимо, у мамы диабет. Что посоветуете для профилактики? Sog'lom turmush tarziga rioya qilish, to'g'ri ovqatlanish, hozirgi kunda haqiqatdan ko'p suyuqliklar ichish hamda o'zini nazorat qilib turish
Но в любом случае, повторимся еще раз, если вы были в контакте или если кто-то из ваших близких был в контакте с человеком, у которого подтвердился ковид, вам в любом случае нужно самоизолироваться, это безопаснее будет и для вас, и для ваших близких. Хамза? Rahmat. Juda ham ko'p savollar, aynan harakatlanish, tadbirkorlik masalalarida. Demak, biz ertangi dasturimizda imkon qadar harakat qilamiz. Bu borada mutaxassischa taklif qilishga, chunki aynan Qurbon hayiti kunlari harakatlanish bo'yicha so'rashyapti. Va simptomsiz COVID kasalliga chalinsa, o'zi bilmasdan hammaga yuqtirib yurish mumkinmi? Buni qayerdan bilsa bo'ladi, deyaptilar Rashid Qashqadaryodan. Buni albatta bilish juda qiyin. Симптом болмаса, бемарды өзі ем білмейді, атырафта кірем білмесілейін. Лекен, базы бір қыл халатларда, оша ковидке характерлі симптом, бірінші белгілер пайда болгандын, әлбәтті адам ихтият болыш керек. Масканы әлбәтті тақып юрыш керек, атырафта кірлерден ағахландырыш керек. Qashqadaryodan Shahnoza, 10 yoshimda o'pkaga emlash olganman. Bu COVIDga qanchalik foydasi bor buning? Hozir necha yoshda? Hozir necha yoshdagilarni yozmaganlar? Ha, endi emlash ko'p emlash olganmiz. COVIDga emlashlarda qarshiligi yo'q, ko'rsatma, qarshi ko'rsatma yo'q. Olgan bo'lsa, hozir COVID agar bo'ladigan bo'lsa, lechenisi davo ketaveradi o'sha emlash olganmi, olmaganmi? Mana masalan gepatitdan olgan emlashlar bor. Roddomda oladi bolalar masalan har xil emlash. Shuning uchun bu emlash mana bu bunday ta'sir qiladi, bunday degan bir qarshi ko'rsatma yo'q. Tushunarli, juda ham ko'p beriladigan savol. Tuzalgandan so'ng, ya'ni davolanib tuzalgandan so'ng yana COVIDga chalinadimi odam degan savol. Hozir ilmiy adabiyotlarda, olimlarda ko'rsatayotgan tadqiqotlarda qayta bo'lishi mumkin. Chunki bu COVID virus shunaqa, bu mutatsiyaga uchraydi. O'zgarib turadi. Mana misol uchun qaysi tip bilan u birinchisida kasallangan bo'lsa, ikkinchi masalan to'lqin kelganda boshqasi mana bo'lishi mumkin. Mana shuning uchun ham vaksina chiqarish masalasi mancha bu yerda problema bo'lib turgani shundan. Sabab bu virus juda o'zgaruvchan virus. Ana Rossiya olimlari, boshqa chet el olimlari ham shuning uchun vaksina yaratishda hozir birdan bir necha направление bo'yicha vaksina olib ketishyapti. Chunki o'sha virusni tarkibidagi oqsil antigeniga qarab vaksina tayyorlanadi. Shuning uchun bu bunda qaytalanish yoki qayta bo'lish ehtimoli bor. Ну, если говорить вот о вакцинах, насколько я понимаю, вакцина все равно против какого-то одного вида коронавируса, да. Одного типа. Конкретного вот антигена. А другой, если мутация, если вирус подвергался мутации, вот, например, разрабатываемая вакцина может не действовать, который вновь появится. То есть она будет защищать вас от старого, поэтому, но уже нет. Поэтому российские ученые, особенно Новосибирск, они сейчас проводят вот это, разрабатывают вакцина по 4-5 направлений, чтобы были поливалентные, так называемые, поливалентные вакцины. Поэтому перспективы вот это все учитывается с ученым. Поэтому надо иметь в виду вот это. Gulbibi yozyaptilar, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidan. Bozorda gaz suvlar sotilib yotibdi. 2-3 stakandan hammaga suv quyib berishyapti. Shunda COVID yuqadimi? Bu juda ham achinarli va juda ham bugungi kunda ko'p uchrayotgan holat. Buning uchun o'sha mas'ul joylardagi rahbarlar, o'sha sanitariya epidemiologik osoyishtaligi vakillari albatta nazorat qilishlari shart va eng avvalo nazorat baribir o'zingizda, chunki bunaqa narsalarni bittasini to'xtatsa, ikkinchisi boshqa yoqda bo'laveradi. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qilganingiz va o'zingiz bunaqa joylardan hech narsa tanovul qilmaganingiz xavfsizroq. Yuqadi. Bitta idishdan foydalansa, 2-3 odam bittasi o'sha yuqtirgan bo'lsa, yuqish xavfi juda ham katta. Ну, ко всему прочему, так можно заразиться не только коронавирусом, и другие болезни точно так же могут передаваться. Это, ну, просто не очень безопасно. Об этом нужно помнить в любом случае. Любой инфекционный патология может заражать. И только COVID. Toshkentdan Dilorom yozyaptilar, rahmat, foydasi ko'p bo'lyapti ko'rsatuvning, sizga rahmat munosabat uchun. Iltimos, kelgan vrachlar onlayn bog'lansa bo'ladigan manzillarni aytishsa. Agar ijtimoiy tarmoqlardan izlab ko'rsangiz, onlayn konsultatsiyalar bor,
врачлар айнан шу рақамлар орқали бепул маслахатлар беришади. Булардан бири менимча Ask Doctor деб номланади ва бошқа рақамлар бериб борилади. Буни ўша интернет орқали қидирув берсангиз, бунақа номерларни, ўша рақамларни топишингиз мумкин бўлади. Бахадир из Новаи интересуется: с левой стороны груди есть боль плюс температура. Что это? Орқа сабаблари ҳар хил бўлиши мумкин. Юрактаги орқалар бўлиши мумкин. Остеохондроз орқалари бўлиши мумкин. Агар температура бўлаётган бўлса, ҳақиқатан бу ерда аниқлик киритиш керак. Ҳудудий шифокорни чақириш керак. Керак бўлса ўша рентгенологик текширув кўриш керак. Ҳақиқатан ўпкада зарарланиш борми йўқми? Ну, в любом случае, чтобы понять, что это, вам нужно в первую очередь обратиться к врачу. Артек из Каракалпакстана. 10 дней назад анализ показал у меня наличие ковида, но нет симптомов. Может, анализ был неправильным? Нет, анализ там показал, подтверждено. Просто иногда легкое течение будет, иногда бессимптомно. Может, просто наблюдение и повторно, если надо, еще повторить анализ на COVID сдать. Ну, в любом случае, если у вас подтверждено заражением ковидом, вам в любом случае нужно придерживаться все тех же правил. Это самоизоляция. Даже если у вас бессимптомно проходит, вы все равно должны в любом случае носить маску, даже если вы находитесь дома, чтобы не подвергать опасности тех людей, которые вместе с вами проживают. Икбол из Намангана. Вопрос, который многих интересует. Скоро в холодное время начнутся простуды. Как отличить простуду от ковида? Симптомы ковида другие, а простуды другие. Там сейчас симптом ковида больше, вот этот, основная температура, боли в горлах. Но так же, как при простуде. Да, да. А простуда иногда бывает насморк добавляется. От этого уже может различить. А при ковиде не бывает насморка? Насморк иногда вообще... Очень редко? Очень редко, очень редко. Очень бывает, редко. Бывает очень редко. Есть комплекс симптомов, дифференциальный диагноз. Не один симптом же, ковида тоже. Да. Все надо учить вот это. Все надо учить. Вот. Есть решающие симптомы, есть второстепенные симптомы. Характерные, например, обычного насморка или ковида. Например, насморк обвинение не нарушается, а ковид один из первых симптомов нарушается. И другие вот решающие симптомы, вот этому надо обратить внимание. Ну, в любом случае, даже если у вас вдруг появятся симптомы, конечно, которые вы можете подозревать, что это могут быть симптомы ковида, вам в любом случае нужно обратиться к врачу, врач с вызовом на дом. Да, врач это решает, это врач поставит диагноз. Даврон из Каракалпакстана. Уже 5-6 дней не чувствую вкуса, принимаю витамины С, Д и цинк, что, собственно, в последнее время очень актуально, многие советуют. Как восстановить вкусовые рецепторы? Ну, нарушение вкуса может быть по разным причинам. Ну, если нарушение, один из, конечно, симптомов ковида тоже нарушение, вот, вкусовые нарушения бывает. Ну, и другой патологии тоже бывает вкусовые нарушения. Но надо обратить внимание, надо проверить желудочно-кишечный тракт. У нее кислотность, вот при пониженном кислотности тоже вкусовое нарушение бывает, при обычных гастритах. Ахиллея, например, пониженная кислотность. Надо здесь, врач должен пусть анализировать, если необходимо, делать соответствующие исследования. Потом уже решат вопрос, в каком направлении надо лечить. В любом случае, вам необходимо обратиться к врачу, чтобы установить причину пропажи. Причина, да, причина. Почему вы перестали чувствовать конечно. Вкус. Механизм. Какой механизм развился? А что касается вот первой части вопроса, принимая витамины С, Д и цинк. Очень многие сейчас советуют именно эти витамины принимать. Витамин С при многих патологиях он полезен. Конечно, переборщировать это тоже нельзя. Некоторые, например, принимают очень больших доз, ударных доз. Аскорбиновая кислота своего натуры, он, состав он кислота. Когда много принимает, например, при гастритах, вот начальных стадиях язвы желудка или повышенном кислотности, конечно, он вредный, он отрицательно действует. При таких случаях воздержаться лучше, пить перос. Уколов можно, но перос пить воздержаться, потому что он повышает желудочную кислотность, вот вызывает боли, может, в желудке и так далее, и так далее. Поэтому каждого есть мере. Дозировка и мере.
Хотелось бы напомнить нашим телезрителям, что вы также можете задавать вопросы нашим специалистам. Для этого достаточно дозвониться по одному из указанных номеров 71-214-13-72 и 71-214-14-40. Также вопросы вы можете отправлять по телеграмму, по указанному номеру, который появится у вас на экранах. Хамзан. Албатта, мана шундай телеграм-бот оркали келген саволлардан бири. Assalomu alaykum, yoshim 22-da. Men 23-iyul kuni test topshirdim, javobi musbat chiqdi. 25-iyul kuni qaytadan topshirdim, javobi manfiy chiqdi. Ya'ni orada 2 kun. Bu nimani anglatadi? Men COVID-ning yengil turini o'tkazdimmi? Qayta kasallanishim mumkinmi? Bu endi albatta bu yerda 2 xil narsa bo'lishi mumkin. Birinchi bu laboratoriy tekshirishdi. Сал, айбу болушу мүмкін, оша ішлеткен реактивлары, қайырдадыр бір нарушен болған болушу мүмкін. Бұ бірінші нәрсе. Екінші, албатта бірінші тапшыргенмінен екінші тапшыргенді арасы да 2 күн өткен бар ек. Бұ 2 күн, 3 күнлерді бұ биологияда, мана медицинада бізді онақа болмайды. Бір оды дары болып, 2 күнді кәйді оқып кетмейді. Шүншін берді қандайдыр бір технический сабап білен, Bu buzuluş bogan buluşu mümkün. Şunun için bunda başka narsalardan kısapka alış gerek. Mesela klinik halatı uzunu, uzada buladığın uzgarışlar, kim kan diyem tekşirip kuruşu mümkün. Benim misal için likasitler kamayadı COVID'da, limfasitler kamayıp getirdi, kan kuyuklaşadı, hoş. İyi başka belgelerim buladı COVID'da. Şunu hemmesini kompleks kısapka alıp, Кейін лазым болса, оша врач оны хал қылады. Бұл ерде қайсы анализ тоғыры нәтиже берген. Біріншісі ме, екіншісі ме? Енді яна бітті халат жүді көп көзатылы әпті ке, тест топшырсам, демек тұзаламан деген түшінші мәжуд халқымызда. Яны коронавирусқа тест топшырып, коронавирус бар, екі еқлігіні білса, екі барлігіні білса, Болды, еш нәрсе қылыш керек емес, ол тұзалдым деген түшінші. Шының үшін тест тапсырышқа болған іштіоқ, тест тапсырышқа болған қызықыш күшілі. Мана шынаққа сауал кепті, тест тапсырып болғанымыздан кейін хам, касалы күйіп қолышым мүмкін ма деген сауал кепті, ва ныққап болған тақтырда көз, қол, орқалы хам үйқышы мүмкін ма. Бұл бірінші сауалға жауап шындай кү, тест тапсырыш бұл инсанда оша Организмда вирус бар ма, йок ма, ошан анықлайды. Лекін оны дауалаш керек ма, керек мас ма, оны врач алқылады. Мазалан, оны еңгіл дәрежасы, орташа дәрежасы, ағыр дәрежасы бар. Шынға қарап, оша врач алқылады. Бұ үйді отырады ма, яки еңгіл амбулатория шарайды дауланды, яки стационарға алқылады ма. Шын үшін бұ ұзыша, ұ, әрекет қымаслық керек, ұ, врач мұнан біргелікті. Что узун доволочи участка врача мне, бригалекта халкун надо бу масал. В любом случае стоит помнить, что тест это не вакцина, это не лекарство. Дома на мейде. Икинчисе уша тест обширганан кейин хам юкшу мүмкін ба? Хами юкшу мүмкін, оған біз айттық, бұл біріншіден, бұл вирус жүді әліге полиморфный дейді. Антигені жүді сложный, мутацияға ұшырайдыған вирус. Масалан, сіз бүгін бұмынан инфицирует болған болсаңыз, екі айдан кейін башқасына болышқа қауіп бар. Башқасы штампынан ұша юқтыру алыш. Шын үшін бұны әліге атқасқы болмайды. Хоразымдан Шавкат сұрайаптылар, ковидтан тұзалған адам 20 күндан кейін ныққап тақма үрсе болады ма? Ныққап тақты сақмастығын менімше адам ұзы хал қылмайды. Енді оны врач хал қылады. Мәсалан, ковидтан тұзалғаннан кейін біліміз ке, 2 марта кес алынады. Екілеу дейм мәнфи шықса, айынды қазір бізді карантинный режим, түзелген адамларым, сағлам адамларым ныққап тақы үріпті. Карантин әлі ең қылмаген үші ныққап тақы үріш керек бәрі бір. Ну и в любом случае, как было сказано ранее, если человек выздоровел от одного штампа, это не значит, что он может... Медицинада яна шынаққа бітті аны бар. Вирус ташушы дейіледі. Касалды ковидтан түзелген болушы мүмкін, клиник белгілері кетті. Лекін ұзақ уақ вирусты шығарып тұрыш қауфиян бар. Әнішіне мұсап қалыш керек. Шын үшін бұны оша врашты көрсатмасымынан, тавсиясымынан халқылынады. И кейін карантин режимі қандай, мысалы, мамлекатымызда әлі әліге қылынға ек.
Бекор қилинган йўқ, ҳали шунинг учун тоқиб юриш керак буни. Дубой тухлат. Самарқандда малоҳат, намакоп сув билан томоғим ва бурнимни чайган эдим. Энди бурнимда бир ҳафтадан буён ачишиш бор. Бу нимадан бўлиши мумкин? Ковид аломатими? Йўқ, бу ошириб олишга меъёрда. Менимча тузни кўпроқ қўшиб юборган бўлиши мумкин. Энди албатта тузни фойда тарафи ҳам бор, zarar тарафи ҳам бор. Мани мисол учун бурунда енгироқ ялғиланишлар бўлса, мана бизлар ринит деди. Яки бошқа бир азгина бир ярача бўлса, бошқа бўлса, бу туз канинча уни чуқурлаштириб беради. Шунинг учун албатта буни лор врачга кўрсатиб, ўзини мазлари бор, ўшандан олиб суртиб, ўша қўйилса ўтиб кетади. Энди албатта намакапни чайқаш тўхтатиш керак, чунки ўша ерда қандайдир патология бўлиши мумкин бурунда ичида. Ана шунинг учун ундан сақланиб туриш керак. Aha, yana bir savol kelibdi. Norpolat va Malika Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidan. Ikkinchi savol bunaqa holat bo'yicha qizim 2 darajali covid bo'ldi. Darajasi bormi covidning hozir? Darajasi og'ir, yengil bor endi. Yengil og'ir, to'g'rimi? 2-3 degan narsa hali. Yo, endi unaqa emas, u klinik ketishiga qarab simptomsiz, yengil og'ir, o'rtacha og'ir, o'ta og'irlari bor. Aha. Mayli, nima bo'lganda ham hozir tuzalibdilar. Bizda poliklinikalar ishlamayapti. Ishlaganlari ham vrachlarning o'zi amal qilmayapti karantin qoidalariga demoqchilar shekilli. Uyga kelib test olib ketishsa bo'ladimi? Hozir ham alomatlari bor. Oilada 12 kishimiz, nima qilishni bilmayapmiz. Mutasaddilar ishlamayapti. Xalqqa befarq. Kimga murojaat qilaylik? Aziz tomoshabinlar, bunaqa holatlar sizda uchrayotgan bo'lsa, iltimos o'sha manzillaringizgacha qo'ng'iroq qilganda aytsangiz, o'sha manzil bo'yicha biz yo'naltirgan bo'lardik, o'sha o'zingizning bevosita viloyatingiz javobgar mas'ul tashkilotlarga bu haqda xabar qilish osonroq bo'lardi. Hozir biz Surxondaryodan, Sheroboddan Malika desak, qayerga borishni bilishmaslik mumkin va yana bir narsa, joylardagi murojaatlarga o'sha mutasaddi rahbarlarning, shifokorlarning befarq bo'lmasliklarini so'ragan bo'lar edik. Mashinasi borlar o'z xohishi bilan tez yordamda ishlashi mumkinmi? Andijondan Bahodir so'rayaptilar. Bu birinchi savol, ikkinchi savol COVID kasallar haqida jonli efirda ko'rsatinglar, xalq bilsin, hech kim uyda o'tirmayapti, deyaptilar. Andijondan Bahodir, mashinasi borlar o'z xohishi bilan tez yordamda ishlashi mumkinmi? Mutasaddi tashkilotlardan ruxsat ko'rish kerak bo'ladi. Endi ba'zi bu yerda tibbiyot xodimi bo'lish kerak bo'ladi. Bu yerda endi ba'zi образование нужно. Да. Ha. Yo, endi tibbiyot xodimi hamrohligida bo'ladi albatta. Mashinasi bilan xizmat qilmoqchilar bular, endi o'sha yordam bermoqchilar. Endi volontyorlik. Volontyorlik asosida. Volontyorlikka qarshilik yo'q endi, agar bo'lsa. Mashinasi bilan ham mumkinmi? Ya'ni mashinasi bilan ham menimcha mumkin, faqat o'sha dezinfeksiya qilib, sanitariyalar rioya qilib, mahalla kom orqali, hokimiyat orqali volontyorlik xizmati qilish mumkin. Buni hech kim taqiqlamaydi. Masalan, uyda aligilarga ovqat olib borib berish mumkin. Boshqa xayriya ishlarini qilish mumkin. Menimcha bunga qarshilik yo'q. Aha, keyin o'sha mahalliy anolar bilan kelishgan holda. Rahmat. Ijtimoiy tarmoqlarda bitta maqola o'qidim, bugun ertalab bir o'sha o'quvchi yozyaptiki, foydalanuvchi COVID-dan chalinish holatlarini ochiq qilinmasa, ya'ni bu narsaning hech qanaqa yomon tomoni yo'qligi, boshqalar ham yuqishi mumkinligi, boshqalarga ham yuqishi mumkinligini ochiq oydin singdirilmasa, tushuncha juda ko'pchilik o'zining COVID bo'lganini yashiryapti yoki uyalyapti. Bu kasallikning ortishiga sababchi bo'lyapti. Masalan, COVID-ga gumonsiralgan bir odamning atrofida zudlik bilan o'sha xodimlar yig'ilishyapti, o'sha sanitariya epidemiologik osoyishtalik vakillari yig'ilishyapti, dezinfeksiya boshlanib ketyapti, ularni karantinga qo'yishyapti, eshigining tagida milliy gvardiya turibdi. U inson esa xuddi o'zini aybdorday his qilib, xuddi hamma yoqdan xotirlanganday uning ruhiyatiga ta'sir qilyapti bu narsa. Qolganlar esa uning o'sha kasallik bilan og'riganini bir-biriga tarqatib yuribdi gap-so'zlar orqali va hamma undan o'zini chetlab olib qochishga urinyapti. Chetlab olib qochishga urinish bu hammamizga kerak, sog' odamga ham, kasallangan odamga ham bugungi kunda kerak, chunki karantin himoyalanish zarur, izolyatsiya zarur. Lekin bu ularning ruhiyatiga ta'sir qilyapti, deyishyapti. Ularga nisbatan, COVID-ga chalingan odamlarga nisbatan sog'lom qatlamning munosabati qanday bo'lishi kerak?
sağlam adamlar elbette adamilikti yokatmasılık gerek. Birinci vacı. Bu COVID bana hazır epidemiye, pandemiye bana keti yaptı. Bu geçen bana Moskvalardan hem kursatı yaptı. Başka çetel programmalardan kursatı yaptı. Bu infeksiye bu birden yokup gitmeydi. Bana hazıram. Oşa pandemiye sını biz anca ildizini kırkıp aktivliğini kamaytırsak hem bu hali aylar devamında, yıllar devamında halkta arasında kaladı. Halkta arasında şuna karşı bana hazır immunitet payda buluyordu. Yani köpünce bana bir simptomlu ya ki kem simptomda uyutup gitkenleri bazı bırakılar uzu bilmesli giyen mümkün. Lekin uzu bunda bulup yenge rah yukturup organizmimizde uzu antitela tanacalar hasıl buldu. Bu sağlam yürü uğradı. İşlenemezse işini yukatmagenlere buluşu mümkün. Yani şunu diyorlardı. Şunun için bu mesela bir kişi COVID bu kaldı diye bunu darı izolasyon yapıp bundan kurtarılığı haleradan korkandı, başka da yıkılıp, bu panike kılıp, buna kakılış benimce yaramaydı. Hiç kim kafalatlanmıyor. Bugün onge yoktu, yerdeki bir de korsatmazsın. Lekin fakat ihtiyat bulup, uzun oşa çaralarını korup, sanitarini oşa normalarga raya kılıyorsa, köpçülük bunu yengil utkızı var adı oşa işidini hem yok atmaydı. Uşa bazı bir kılda uzları yan bilmeydi. Uşa teşhir işte eğer tavşırmasa ayakta uyut geçişe mümkün. Şuna kahalarlarım var. Ну, в любом случае, нужно к заболевшему относиться ровно так же, как вы бы хотели, чтобы относились к вам, потому что завтра эта проблема может затронуть вас или кого-то из ваших близких. Напоминаю вам, что ваши вопросы вы можете отправлять не только по номерам, не только дозвонившись в студию, но и по Телеграм. Вот часть из вопросов, которая пришла к нам в Телеграм, я бы хотела их зачитать. Мадина пишет, как долго ковид живет в воздухе. Hozir COVID unaqa statistik ma'lumotlarga qarab qatki joylashishiga qaram. Masalan, oxirgi ma'lumotlarda ko'ra shu 8 soatgacha tashqi muhitda. Lekin havoda uchib ketadi. Ochiq havoda. Ochiq havoda uchib ketadi. Unaqa saqlanib qolmaydi. Lekin qayerdadir joylashsa, masalan, на какой-то поверхности, если. Там может где-то 80 сохраниться. Дильноза. У меня хронический бронхит. Что со мной будет, если заболею ковидом? Если у многих есть хронический бронхит. Если это обострение не даст, это ничего не так серьезно такого не будет. Но можно ли сказать, что люди с бронхитом находятся в группе риска? Может, может. Ну, у всех основное там у ремиссии там больных. Если там соберечь себя, так серьезно там патологии не будет. Гульнора из Самарканда. Мне 51, у меня температура, потею, лечусь дома. Что мне делать? Ну, если температура, много патологий же бывает. Во-первых, надо выяснить, от чего. Какой орган поражен. Это связано ли, например, ковидом или не связано, в первую очередь, конечно. Но потом может быть обычное воспаление, обычные боли, например, артрит или другой, или желудок тоже может быть боли или какой-нибудь. Надо симптомы, надо всех суммировать, врачу показать, а потом уже надо лечение надо получать. Ну, в любом случае, независимо от того, какой диагноз вам будет поставлен, не занимайтесь самолечением, это самое важное. Сардор обратился в Телеграм. Мне 16, уже 15 дней есть признаки ковид. Врач советует ларков сироп. И ларков сироп, да. И осиброкс 600 миллиграммов. Это нормально? Еще раз. В 16 лет, 15 дней уже есть признаки ковид. Врач советует ларков сироп и осиброкс 600 миллиграммов. Это... Сначала надо подтвердить диагноз. Сначала подтвердить диагноз. Если здесь надо показания, если здесь подтверждение ковида, тогда уже будет симптом лечения ковида. Если просто какие-то бронхиты или какие-то воспалительные процессы, тогда уже зависит врач, потом уже назначить будет. Таком самолечением или как-то правильно, неправильно назначать, по-моему, нельзя. Ну, в любом случае, если у вас есть признаки ковида, вам нужно подтвердить, есть ли он у вас на самом деле или нет. Это можно сделать при помощи теста, который вы можете сдать, обратившись за, в первую очередь за направлением, которое можно взять у вашего участкового врача, и уже потом можно будет понимать, какое лечение вам
вам может быть назначено. Азиз из Ферганы обращается. Суббота, воскресенье. Сейчас всем выходной. Ну вот это вопрос не к врачам. Суббота, воскресенье. Сейчас всем выходной. Выходной вы имеете в виду на этой неделе? Если вы говорите про эту неделю, то в субботу, воскресенье, так же, как и в пятницу, запрещено передвижение автотранспортных средств, кроме тех двух категорий, которые обозначены. Это те, которые имеют стикеры, те, которым нет необходимости иметь стикер для передвижений. Что касается того, выходной это или нет, это зависит от вашего места работы. Но в любом случае рекомендовано, чтобы сотрудники оставались дома. Да. Особенно на этой неделе, в пятницу, субботу и воскресенье. Работодатели создали условия, чтобы они могли не выходить на работу в эти дни. Чтобы они могли либо выполнять свои функции дистанционно, либо просто провести эти дни дома. Фатима из Андижана недавно удалила селезенку. Что мне делать, чтобы поддержать иммунитет? Ну, селезенка – это, конечно, иммунный орган. Я по второй специальности как хирург-гепатолог, поэтому часто пришлось мне удалять селезенку при разных патологиях. Конечно, после удаления селезенки какой-то степени иммунитет снижается. Какой был суть вопроса? Что делать, чтобы поддержать иммунитет? Иммунитет, конечно, в любом случае можно обычным народным средством можно поддержать, но специальные препараты пить, особенно сейчас вот карантинный срок, я не рекомендовал бы. Потому что со временем, даже после удаления селезенки, организм компенсируется, приспосабливается новые условия. То есть функции селезенки себе берет печень, лимфоузлы и другие органа. Поэтому специально пить какое-то лекарство, сильно действующее, чтобы стимулировать иммунную систему, он может вызвать другой патологию. Поэтому самолечением или самостоятельно какой-то препарат принимать я не рекомендовал. Потому что удаление селезенка при много патологии удаляется. Они прекрасно живут, долго и нормально. Поэтому удаление селезенка это еще не катастрофа. Приговор. Из Джизака вопрос пришел по телеграмму, к сожалению, не представились. Уже 4 дня есть внутренняя температура, голова болит, слабость, немного кашляю. Что посоветуете? Ну, я думаю, здесь так же, как и во всех остальных случаях, мы посоветуем обратиться к участковому врачу, чтобы вам могли поставить диагноз. И Сахиба, у ковидника бывает ангина? Вот интересный вопрос. Ковидника тоже, конечно, бывает ангина. Может быть. И сочетанное течение тоже может быть. Потому что вирус и бактерии, они обычно параллельно ходят. Потому что вот при ковид-инфекции тоже, в поздних стадиях, вот пульмонолог мне поддержит, наверное, потому что вирус начинает процесс, а бактерии потом доведут до конца. Потому что когда уже кровь останавливается, циркуляция легкая останавливается, легкость становится как этого, мускатный, а потом уже активизируется от бактерий. А здесь тоже такой. Потому что когда, если у него был хроническая ангина, а ковид присоединился, оба синергично влияют на патогенез болезни. То есть усугубляет. То есть они могут протекать одновременно? Да, одновременно протекать может. Хорошо, спасибо. Менде шундай савол бор. Бугунгі кунда оша пневмония хам жуда хам көп ковидге хамаханг тарзда тарқаяпты ва кислород концентраты, кислород беруші аппаратларыны излап юргенлер, топалмайатгенлер жуда хам көп, улардан жуда хам көп мурожатлар болыяпты. Ноилач қолып, bilishadi xavfliligini, bilib turib, mumkin emasligini, lekin iloj yo'qligidan, chunki hech qayer qabul qilmayapti, kasalxonalar to'lib ketgan, hech qayer qabul qilmagandan so'ng majbur bo'lishyapti kislorod balonlarini, o'sha sun'iy nafas berish anjomlarini qo'lda yasashga majbur bo'lishyapti va undan foydalanishyapti. Buning yechimi bormi? Bu xo'p, masalan shunaqa holat bo'lgan taqdirda majbur bo'lib o'sha qo'l bolasini yasalish
мажбур бўлинган тақдирда қандай ишлатиш керак буни техника хавфсизлигига риоя қилинган ҳолда? Энди бу албатта кислород битта нарсани қўйиш керак, кислород бериш керакми, йўқми деган масала қўйилади. Мана ўпка шамоллаганда кислородни ўзи таъсири. Кейин мана мен яна шуғулланаман, мутахассисим озон бериш мана, озон. Бу активний кислород. Булан бериш мумкинми, йўқми? Маскамдан нафас олиш деган масала ҳам бор. Шу халқимиз ўзича ҳозирча мана шунақа нарсаларда ҳам қилишяпти. Уй шароитида баъзи бир хиллар ўша мутахассис бўлмаган кишилар билан ҳалиги гаплашиб шу ишга ҳам қўл уришяпти ёки ўша даже ИВМ ҳалиги аппаратларини ҳам ишлатиш уй шароитида шу ишлар ҳам қилиняпти деб биз эшитамиз. Энди кислород олганда умуман олганда фойдаси бор у. Мана юқори нафас йўллари шамоллаганда ko'pincha mana bolalarga oddiy holatlarda yoki masalan surunkali kasalliklarda bronxit invalid kasalliklarda bu o'sha oksigenatsiyani yaxshi qiladi. Kislorod kirib borish ko'proq bo'lgandan kasalda o'sha organizmda oksigenatsiya deydi biz tilimizda o'sha yaxshilanadi albatta. Lekin har bir narsani ham plus minus tarafi bor. Mana misol uchun shu beriladigan kislorodni ham mana misol uchun o'sha apparatda beriladimi yoki shlangda beriladimi uzoq vaqt masalan o'sha kontrol qilmasdan berish ham salbiy taraflari bor. Mana masalan o'sha yuqori nafas yo'llarini quritib yuboradi, bronxlarni quritib yuboradi. Holat yengillashguncha qo'yib, keyin keyin o'shani yetuvning ham me'yori bor o'shani. Misol uchun o'sha nafas yo'llarini ham o'zini himoya haligi pardalar bor ichida. Bakteriyalarni ushlab qoladigan, boshqani ushlab qoladigan tukchalar bor. O'shalarni ham quritib yuboradi, kislorod ham ko'p beraverish. Shuning uchun buni me'yordan ortiq berish, o'sha yoki mutaxassisni maslahat qilmay buni beraverish bu noto'g'ri. Ikkinchi, masalan, apparat bilan nafas berish masalasi, buni endi albatta sugoba buni mutaxassislar berish kerak. Nazorat. Masalan, в любом случае эвел дейді, sun'iy nafas oldirish apparatlari. Sun'iy nafas oldirish apparatlarini berish kerak, buni ham har xil yo'li bor. Mana men o'zim ancha vaqt o'sha soha bo'yicha narkoz beruvchi doktor bo'lib ishlaganman, bir 15 yil. Uni bilaman albatta. O'shani maska bilan berish yo'li bor, traxeyaga turubka qo'yib berish yo'li bor. Buni vrach qo'yiladi, vrach hal qiladi. Hamma vrach emas, uni ham o'sha anesteziolog, reanimatolog uni ko'rib o'sha hal qiladi. Bu bir. Ikkinchi bizda COVID infeksiyasida uni ham sun'iy nafas oldirishda ham o'zining chegarasi bor. Mana kecha men internetga kirib o'sha muloqot qildim Rossiya olimlari bilan. Sabab COVIDni og'irgi darajasiga, og'ir darajaga o'tganda ham sun'iy nafas oldirishda ham chegarasi bor. Uni ham berib bo'lmaydi. Mana bunday holatlarda qizitilgan geli beriladi. Yoki azon qo'shiladi azgina. Chunki sabab ular qiladigani o'sha kichkinagina tomirlarni, bronxit yo'llarini ular ochadi. O'sha kislorodni kontrol qilmay apparatda beraverish ham o'pkani ba'zi bir xilda yoriveradi. O'pkaga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Buni albatta to'liq mutaxassis ko'rib, mutaxassis statsionar sharoitda, reanimatsiya sharoitida beriladi. Bu uy sharoitida u tavsiya qilinmaydi, qilmaslik kerak u ishlarni. Спасибо большое за ответ. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, сразу после которой вернемся вновь. Готовьте свои вопросы, мы будем здесь буквально через пару минут.